отлично, разогреваемся, разогреваемся. А Литва здесь. Латвия. И пятая по численности страна, которая сегодня представлена на... Украина, Украина! Беларусь гостеприимно встречает все страны. И знаете, что самое главное? Ровно... 3, 2, 1, запускаем лаву, поехали! Go! Пошла лава, красавчики, идем! Не расслабляемся! Поплыли дальше, финиш, выше ручки. И сейчас финиш нам отдаст волну обратно. 4, 3, 2, 1, старт! Вперед! Старт самому массовому забегу. Полумарафона 2018. We have started, good luck at this short, but very important decision. Do your best, be the best, and enjoy this half marathon. Друзья, удачи всем! Самого крутого забега, самой быстрой скорости, сил, магии, мощности флэша каждому из вас. И до встречи на финише. Бежим, улыбаемся. Все самые счастливые люди собрались здесь, на празднике города Минска. Мне кажется, здесь даже сотни телекамер. Прямая трансляция телеканала «Беларусь-5». Вы помните, что все результаты ваших забегов можно найти на сайте Минского полумарафона. Сделайте селфи с вашей медалью, которой, я уверен, каждый из вас будет гордиться. Впереди ваша победа, ваше достижение.
Thank you.
тобою горжусь. Белая Русь моя и святая моя земля. Веселее! Ребята, добавляйте, можно еще быстрее. Дай пятюню. Помните, что все в вашей голове, все в голове. Если вы думаете, что вы устали, то вы думаете, что вы устали. На самом деле вы можете больше, вы можете быстрее. Славенная медаль мирного полуработа 2018 года. И мы надеемся, что каждый из нас сейчас подпишет. Приближается к юбилейной гостинице. Вы же понимаете, что кто-то был быстрее вас. Добавляйте немного. Я понимаю, что сейчас абсолютно нет каких-то советов. Я сам недавно финишировал на предыдущем забеге. Поэтому просто сконцентрируйтесь и ускоряйтесь. Вперед! Команда МТЗ уже финишировала. Беларусь, привет! Глядя на то, что сейчас транслируется на экране торгового центра «Галерея», можно подумать...